Телеграм-канал Кировского района сообщает, что сегодня глава района Игорь Рудаков провел выездную встречу со старшими по домам по улице Свободы. Все они являются активом советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Проект был создан в 2021 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Основная задача – повышение правовой грамотности председателей советов МКД. Сейчас в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» проходит благоустройство по адресам: улица Свободы, 220, Гвардейская, 13, Марии Авейды, 19. Там проводится ремонт проездов, ремонт и устройство тротуаров, парковок, а также установка детской площадки. Все работы планируют завершить до сентября. С 15 апреля по 31 мая проходит голосование, где можно выбрать общественную территорию, которую, по вашему мнению, необходимо благоустроить в 2024 году. Отдать свой голос можно на платформе 63.городсреда.ру. Телеграм-канал Октябрьского района сообщает, что регулярные профилактические осмотры и диспансеризация помогают сохранить здоровье. С начала года в регионе диспансеризацию и медосмотры прошли около 700 тысяч жителей. Профосмотр – это ядро первого этапа диспансеризации, а сама диспансеризация – профосмотр плюс дополнительные скрининги. До 39 лет рекомендуют проходить ежегодный профосмотр и раз в 3 года диспансеризацию, а начиная с 40 лет диспансеризация должна быть ежегодной. Получить направление на нее легко, достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале госуслуги или по телефону поликлиники. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится паспорт и полис ОМС. В телеграм-канале Ленинского района сообщают, что местные власти вместе с депутатами побывали в 132-й школе и осмотрели интерактивные классы для обучения детей навыкам оказания первой медицинской помощи. В учреждении есть медицинский класс, где на тренажерах проводится отработка навыков сердечно-легочной реанимации и ухода за больными. В кабинете биологии установлен стол пирогов. Это аппаратно-программный комплекс с интерактивной поверхностью, незаменимый помощник для изучения анатомии.